Ой, мой любимый подписчик, и кто зашел на канал. Позвольте, Селена, Серега, сейчас я покажу, что я купил на донат. На донат я купил Миринда апельсин, раз. Миринда апельсин, два. Миринда апельсин, три. Миринда апельсин. Так. Пряники раз. Пряники два. Пряники три. Три пряника. Потом булку хлеба купил. Купил это хоч супер, это черная смородина. Да, купил сникерс раз, сникерс два, сникерс три, какой-то новый. Так, смени пластинку. Круто. Пластинка у нас. Так, три сникерса. И купил рябинка раз. Рябинка два. Сейчас буду. Вы видите, чтобы я зачитывал, что сколько стоит. Что буду вам говорить. Да. А тут что-то не написано. Короче, хлеб и трое пряников обошлось мне 349 рублей. Так, престоль. Так, рябинка, яблоко, две бутылки по 111 рублей. Это сникерс по 46, 46, 3. Напиток, марианда, это 130. Не понял, что она такая дорогая, 134 рубля или это глюк какой-то. А, 87 рублей. И... Иди отсюда нахуй! Так, и... Бристоль. Пакет 4,90. Люблю вас, давайте подписывайтесь. С вами, как всегда, был Серега. Всем пока.